вызываю всех. Это Ромео 595. Требую выслать отряды для дегазации и медицинской эвакуации. 595, на связи Аверлорд. Никак нет, все американские войска в Париже ведут бои. Отберите гражданских и двигайтесь вместе с командой с наветренной стороны шлейфа. Зона все еще заражена в ходе химической атаки. Маски не снимай. Враг, мы уже в пути. Ясно. Встречу вас в зоне высадки через час. Удачи. Металл 01. Войска Гиган окружены в ресторане Пандор. Немедленно отправляйтесь туда. Это наш единственный шанс найти Макарова. Окей-доки. 5-9-5. Похоже, крепко досталось. Сплошная серия в отряде. Сегодня салак уже нет. Смотрите под ноги. 0-1, внимание, у Гиган большие потери. Долго они не продержатся. Поторопитесь, если хотите успеть. Следи меня с ними! Это Сейбер! Но долго еще! Готовность 3 минуты! Главное, следите за периметром! Мы почти на месте! Пожалуйста, поторопитесь! Пошли! Сюда, живо! Готовы рухнуть! Они через дорогу! Идем в открытую! Вниз по лестнице! Thank you.
не обнаружено. Снимайте противогазы, но будьте начеку. Нам нужна максимальная маскировка, только один фонарик. Вас понял. Металл 01, ваша позиция установлена при помощи устройства отслеживания союзных войск. Мы в катакомбах, движемся к предполагаемому расположению цели. Принято, 01. К вам направляется отряд быстрого реагирования. Обозначьте маршрут фаерами, чтобы помочь им найти вас. 01, принял, отбой. Все чисто. Вперед. Воняет просто чудовищно. Ну, от этого хоть не помрешь. Где остальные французы? Прошлой ночью наши казармы в Сатори подверглись химической атаке. Почти все мои солдаты погибли на месте. У меня в Сатори был друг. Сочувствую. Вот почему Волк должен поплатиться за все, что он сделал. Он заплатил вас, я прослежу. Bienvenue. Будьте начеку. Все, что он знает про Макарова. Так, мы взяли Волка. Мы уже в пути. Принято. Раптор 2 отправляется.